Вот это мне надо. А, соболина, это нам надо, да. Okay. Нет. These are all... Ну, дай угадаю. Сейчас весь ТТ-89 будет Empire. Витусиав, спасибо тебе большое за переподписку. Духа, спасибо тебе тоже большое за переподписочку. Спасибо. Так, сейчас, подождите. А я что-то не... Я тебя понял, друг. 89 squad TikToks, all of these. Why do you guys have a YouTube channel for this? Политика. Ну, после стрима политика. Любой нормальный человек, когда в сотый раз написал Мазелову, тебя шеф ДС зовет. Когда закупил... сука, блядь, терминатор. Когда закупил доллар по 155, а продал за 81. Ой. Книжки, которые должен прочитать каждый. Что? Красавица и семь гномов. Мужская анальная дружба, бля. Самый кайф откусывать. Я прихожу к учителю домой на дополнительное задание. Он следующий час рассказывающий, как правильно поедать учеников. Бошку нахуй. То есть, типа, ты просто откусываешь голову, ебашь ее, оп, и потом уже все остальное. Причем, нет, самое пиздатое, это сначала съесть голову, потом руку, потом вторую руку, потом ногу и потом ногу. Чтобы осталось одно тело. И ты такой на него смотришь и такой, ай, бля, ебать, я урод. Разоблачаем паленые фото Дрейка. Но я влюбился в говно. Но не знаю я нового. На моей шее целует пенис. Я нихуя тебе не дал. Нихуя не дал. Почему меня принимают за тебя? А ты не знаешь. Нет, не знаю. Нет, знаешь. Почему все вокруг путают нас с тобой? Подожди, это Антоша? Я запутался, кто есть кто. Это не он. А кто это? Ебать, вот тут реально похож. А это кто? Нет. Токер? Мы один человек. Не понял. Я сегодня попробовал сухарики кириешки. Это лучшее, что я ел когда-либо. Жаль, что я не выпиваю пиво. Под эти сухарики можно было выпить целое море. Это был я, Константин Кинчев. Я приду, когда зацветет весна, и покрасит розовый собой облака. Соберу букет полевых цветов. Сегодня мы с вами будем играть в Among Us. Есть игра Among Us, но это не то. Сегодня вы будете Among, и вы будете играть в мой ass. А я не понял, что за хуйня, блядь? Одна нарезка про Мазелова. Не, я, конечно, люблю, уважаю, целую в писю Мазелова, но ебаный свет. Как бы, имейте уважение, вообще-то в скваде есть еще люди, блядь. Мазелов, про меня делают много милых эдитов. Так приятно. Дрейк, про которого только шутит, что он низкорослый уебан. Чё? Ну вообще, блядь, по факту же. Топ 10 смешных хесусов. Не понял. А что, блядь, смешного? Ребят, хэштег тащи! Я сейчас не понял, чё за хуйня? Ой-ой-ой-ой-ой. Это не я. Чё за... Алло, блядь, в смысле смешно? Мне тут 30 лет исполнилось. А тут-то, блядь, чё смешного? Не каждому дано сидеть на Таймс-сквер. Ваше место у параша. Нет. Нет. Ебать. Я, тут смешно, да. Ты веришь только украинской пропаганде?
Во всем виновата российская армия, да? Вперед, Россия! Где это сказал, долбоебик? Спасибо тебе, конечно, за 200 рублей. Тоша о женщинах. Это что за клип там в чате летает, блядь? Тоша о женщинах. Не, ну вот это вообще пиздец. Это мне взяли, короче, прическу Мазелова и налепили на мою голову. А вы потом спрашиваете, заебал с башней. Ну, типа, ребят, ну, вы же видите, что будет, если я башню уберу? Я тут же превращусь в 40-летнего деда, блядь, в настоящего, нахуй. Это вообще ужас. Какая имба? Не. Чё-то девочка одна, я беру её за руку, это вряд ли навсегда. Раз, два, три, сердце плачет. Кидаясь на плечи, время покраса, свет убил из них у них башки, они блядь. Что за дота, я не понял. Что это значит, я не понимаю. Я покажу тоннель, если ты не дать меня. Если я пропавший, не смелый, да я. Что это за приколы? Я так понимаю, только дотеры, да? 2015 начинает стримить какой-то НН, которого никто не уважает и не воспринимает всерьез. Подождите, Вову начал в 15 году стримить? Не знаю, я начал стримить, по-моему, я точно не помню, то ли в конце 12, то ли в начале 13 на Твиче именно. Первую подрубу у меня была. Вроде в конце 12 года, я помню, сделал первую подрубу. Тогда у меня было 150 зрителей, но тем не менее, меня уже все тогда уважали. Сразу же. Потому что, в принципе, я был первым, кто вообще подрубил тогда на Твиче, блядь, из русских, так скажем, лайфстайл-стримеров. То есть тогда на Твиче сидели киберспортсмены, каэсеры, дотеры. Все. Я серьезно, все, никого нахуй не было. Вообще никого не было. Вот. И тут я врываюсь. Да. И тут я врываюсь. Не, Мэдисон тогда тоже еще не стримил на Твиче. Он ворвался, но чуть-чуть попозже. Так его и сейчас никто не уважает, вроде не воспринимать всерьез, подождите. Ты не две недели. Почему он кофта станет воняет? Кто ее носил? Блять! Сука! Ага, я опять... Блять! Блять! Я ебал гад. Блять, нахуй. Я среагировал позже. Я был не готов. Нахуйня. Чё, блядь, нахуй ты вставляешь? Чего, блять? Это за хуйня? Что, блядь? Я Вова. Ребят, хэштег тащи! Бля, он как этот, как Жириновский. Почему еще до сих пор никто не сделал нарезку вот этих Жириновского? Скажем так, в его память. Москва, всем спасибо за пизду. Нарезка за всю жизнь. Есть. За всю жизнь. Музыка из мемов собирались смотреть. Да, 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 я не забыл. Я на самом деле не знаю, что больше меня забавляет. Вот эти смайлики в конце? Или никнейм? Или вообще то, что типа, ну, человек капсом, блядь, пишет. Реально! Ну да, выгляжу на 20 максимум, и чё, блядь. Но мне реально 30, и что? Но кто использует встроенный смайл андроида, я не понимаю, когда на Твиче есть, во-первых, твичевский смайл, во-вторых, Better TV. Toyota. А в-третьих, как бы, и всё. А чё, и все, блин. Я, конечно, понимаю, что это Даша Какаша, но как бы, камон. Для нормальных людей уже давно существует Better TV. Ссылка на этот плагин, если что, в чате. Также есть приложение для Android. Так. Unusual memes сюда добавлю. Ребят, не хотите